2-0-2. Так, ну очередная какая-то карта Туннель 2. Я не знаю опять, что это такое. Сейчас поглядим. Так, это в каких-то, наверное, подземельях. К точке всего 3, А, Б, С. Получается, надо по ходу к точке А, потом по центральный ход. Потом будет, так сказать, от точки Б, ну, западная купольная зала, потом от точки С крест, тут ход раздвоится, какая-то крестовидная зала, две крестовидных, и восточная купольная зала. Вот такая вот карта. Сейчас посмотрим. Уничтожьте все боеприпасы, которые наверняка желтым-то и отмечены. Хотя они тут почему-то не включились. Там-то я видел их, а тут почему-то нет. Ну, давай проверять. Тут ход, конечно, короткий. А нет, вот они включились. А может, это просто пулеметы? Ни хрена не поймешь. Вот тут железная дорога, охереть. Подземная, что ли? Блять. Развили. Подземная железная дорога, это как в этом Железногорске. Пояс вон. Круто идет еще по туннелю поезд. Да, прикольно. Но мне-то тут на особо задерживаться не нужно, мне надо дальше идти. Так, идем. Второй ход. О, кирпичные, слушай, блядь, это... Это как Волк 3D, кирпичные ходы, блядь. Это точно как у Волк 3D. Вот там точно такие же были не очень высокой высоты ходы, а наверху потолок разноцветный. Пол всегда серый был. Да, волкоподобный туннель, короче. Волчара. Ход волка. Точка А берем. Я точку А взял. Точка А в этом волковидном туннеле. Сейчас захватит он. Блять, убило. Ты же сам себя пожал. Там вот где-то пулемет. Вот, давай, давай, давай. Взорвался баллон. Ну чё, подрываем. Отойди подальше. Да, прикольно, это как Волк 3D, тут вообще. А так это, слушай, как ты говорил. Так тут даже потолок есть. Ну да, тут точно как Волк 3D, я не сразу заметил. Точно, как, слушай, как Волк 3D, вот такие же. Проходы. Все под прямыми углами строго соединено. Стены могли быть абсолютно различные. Кирпичные, металлические, деревянные, каменные. А вот потолки только разноцветные и пол всегда серый. Потом-то уже, конечно, меняли. Вот поначалу было так. Так что вспомнили Волк 3D. В Думе это там же тоже в втором было два секретных уровня в ковидном стиле. Так, а тут какая-то
дом. Или отель, точнее, отель. Вот, или вон там железка. Так, надо подорвать. Тело подпрыгивает. Так. Так, тут туннель. Да, вот дальше, наверное, туда и надо идти, а наверх сейчас. Ну, давай замотаем, да. Проверим, что там такое. А там и вообще нет прохода, видишь? Слушай, надо тут прозрачные стены какие-то есть, которых, ну, непонятно. Вот идти надо сюда, в туннель, в каменный туннель. Волковидные пробежали, теперь по каменному. Ну! Там у них не будет возрождания. Возрождения. Вот это будет хуёво. И тут любят в таких туннелях возрождаться. Ну, идем. Так, идем. Шум как танка, что ли? Так. Тут непонятно. Доски какие-то наваляли. Там уже я точку Б вижу. Карта это, конечно, не должна быть шибко большой. Следующая туннель 3 наверняка очень похожая на эту. Да тут цель-то одна только уничтожить. А эти вот точки желтые, это, конечно, пулеметы. Не боеприпасы, точно. Так, давай сейчас аккуратненько. Тихо. Блять, я же сказал аккуратно. Полёк. Полёк ты, полёк, товарищ дорогой. Ну давай по новой. Давай-ка аккуратно. Так. Это как-то непонятно. Ну давай кидаем парализатор. Это... Ох, их тут дохуя. Все, выжгли. Ну колонная такая. В греческом, как говорится, стиле. Вон тут облака. О, поезд слышен. Железнодорожная карта. Стоп, давай позырим. Так, туда ход, видимо, это в точке С. И прямой ход, а вот левый и центральный, это хранилищем. Ну давай вначале в купольную. Ух ты, блядь, тут непонятно. Слушай, там непонятно нихера. Давай аккуратненько. Так, нихрена не понимаю. Давай аккуратненько. Ух ты, блядь, где ты там? Кто-нибудь, наверное, возрождается. Так, нормально. Сука, где он тебя палил-то? Плохо дело. Повнимательнее. Там пулемет работает вдалеке. Окей. Так, ну тут как традиционно. Ух ты, блядь, пожалуйста. Традиционно. Ух ты, блядь, смотри. Котельня, пальмы. Устроили, где пальмовую ручку охереть не встать. При искусственном освещении только может расти. Тут атомного заряда-то нет, обычно тут они любят припрятать атомный заряд. Сейчас позырим.
так аккуратненько. Да, все нормально, короче, очистили. Сейчас давай покидаем парализатор быстро туда. Подрываем. Давай быстренько осматриваем. Ух ты, сука. И стоит нагло своей рожей. Мотает. Дай вначале налево котельной. То есть тут в купольных залах котельни находятся. Это вот мы сейчас в западной купольной. Еще будет восточная. Давай посмотрим. Не, тут никакого ядерного заряда. Бочка. Да. Недавно-то я ядерный заряд тут. Нет. Гардиоскар вроде. Ну, давай подрываем. Боеприпасы тут никак не отмечены, так тоже надо будет все обыскивать. Так, осматриваемся. Так, короче, все, мы покончили с этой котельней долбаной. Теперь надо в прямой ход идти. У С там, ну, надвое развилка. Получается, в четыре стороны развилка идет. Да. Куда-ка сюда. Парализатор. Ой, слушай, тут коробка здания. Это вот плохо. О, блин, их тут дохуя. Да не войди. Короче, тут надо забрасывать все взрывчаткой. Это поместили коробку здания, придурки. Прямо в породу. Два. И чтоб время не терять, надо туда сразу же мотать заряды. Они сразу же подрывались. Отходим подальше. Не знаю, их там заваляло, нет, я не знаю. Давай сейчас сразу берем опять. Там очень много же комнат. В каждом коридоре по 4 комнаты вроде. От лестницы. Получается 8 комнат. Лестница. На каждом этаже 3. То есть каждый этаж получится 8 комнат. 8, 3, 2, 4 комнаты. Задолбаешь сейчас бегать. Но при помощи парализатора сейчас мы этот вопрос решим. Поскорее. В каждой комнате, видишь, стоит ящик. Давай сейчас осмотрим. Да, тут все чисто. Первый этаж как вроде бы чист получается. Да. Недаром они тут поместили. Ну тоже до арсенала-то далече бегать.
блядь! Сука. Ты хули ты тогда бегал? Тебя завалило. Ну давай по новой тогда. Да ебать ты, блядь! По новой. Там он на пролете стоит, надо что-то думать. А лучше парализатор тут так снова завалит. Сука. Давай снова парализатор. Тут, блять, они опять. А ну тут уже все подорвало. Ящики тут подорвут. Блять, ну ебаный в рот. Ящики тут средний пулеметчик. Заметьте, все они уже взлетели на выход. Так это не надо так спешить. Так, ну вроде чисто, теперь туда тоже кинь. Войте. Да, гады. Последний третий этаж остался. Обязательно кинуть парализатор. И вновь ящики уже подорваны на каждом, в каждой комнате, блять. Да ебать ты, сука, блять, куда ты? Каждый этаж, блять, это вот эта хуйня у них. Ну подымайся по новой. Ящик один из уцелевших. Все, остается подорвать этот ящик, да и все. Один ящик уцелел. Все остальные уничтожены. И все, я вычистил тут. Это здание. Они как бы встроили в скалу, получается. Встроенная в скалу. Ну, трехэтажная коробка, не представляю. Теперь все, идем по ходу. На восток. Кинь-ка сюда парализатор. Это храм сатаны тут. Отправляйтесь к своему. Отправляйтесь к своему учителю, пидоры. Так, а тут? Не понимает. Тут алтарь сатаны. Они жертвы тут приносили. Кидаем им мину. Это ход направо туда вот. Теперь по прямому пойдем. Лестница надо. У, блядь, все кончились парализаторы. Наверное, вряд ли ты далеко сможешь.
перейти, ну, хоть куда там. Так, металлическая лестница. Бетонным колодцем. О, все, берем точку сразу же. Нормально, все, ушел нормально. Теперь я не знаю, в крестовидную или в купольную. Так, это... Я не понимаю, блядь, тебя завалило. Там танк. Так, они, конечно, не соединены. Не... Ты, блядь, куда-то тебя выкинул. Наверх лестницы. Точнее, ну, на лестницу. Капушку-то я взял, все нормально. Давай позырим, что тут творится. Стоп, давай, подожди, тут далеко так, блядь. Кинь-ка туда парализатор, там могут тебя убить. Сейчас вот до угла главное добежать, а вот, блядь, сегодня капец. Пиздухи. Да, блядь, ты куда скидываешь, сука? Давай по-другому немного. Кинь-ка. Да, блядь, куда кидаешь-то? Побежал теперь. О, блядь. Слушай, отсюда не пройти. Нет, это полная хуйня. Давай, нет, нет, нет. Давай левым ходом воспользуемся. Не пройдешь. А, тут вообще нихуя нет. Какой к хуям ход? Это пустая комната. Идти можно только через танк, блять. Ну, сейчас, если будет никак не пройти. Ты ж, наверное, так-то не достанешь. Ну попробуй. Или достанешь. Нет, вроде бы. Может быть, не получай. Давай, я поджигаю ее. Попробуй вот так вот. Я уничтожу. Все, они там сдохли. Плохо, что они в колодец меня сбрасывают обратно. Но это уж ничего не поделаешь. При каждом возрождении ты падаешь в колодец. Давай сейчас. Так, тут никого. Танк теперь уже нормальный. Так. У, блядь, отойди, отойди. Крестовидный вот это. Танком, что ли? А, тут вот форт стоит. Так, ну тут, короче, порт. Ты, блядь, опять сюда скинула. Дохуя боеприпасов. Тарет. Какая-то зараза-то стоит. Джипы наверняка активные, поэтому надо их тоже собирать. Из пушки, чтобы не убило, и прямо из пушки. Бля. Так, и поэтому... Кого-то грохнуло. Там еще один.
Большой. Нет, под большим углом. Тут видишь, нельзя вылезать, потому что долбанет. Еще в капонирах пулеметы стоят. Надо это учитывать. Я давай еще один джип проедем. Ну-ка и прямой наводкой сюда. Так, хорошо. Практически все, наверное, ликвидируем. Да, наверное, все ликвидировано. Короче. Форт Фонтана зачищен. Тут три джипа стоит, и пулеметы в капонирах, да и сам форт. Давай быстренько теперь сейчас все подорвем. Наверняка в форте боеприпасы есть. Да, как обычно. Пулеметы прям. Фонтан он там на крышу что ли прямо стоял. Так, быстренько осмотрим, все чисто. А, там прямо на крыше стоит фонтан, туда не залезть. Ну ладно, бог с ним. Остается, короче, посетить купольное опять. Восточный купол, точнее я говорю. Больную залу. Давай-ка туда заверни танк. Надо их поуничтожать. Слушай, блядь, от пулемета хуйня сгоревшая, ему не проехать. Вот, блядь, говно. Хороший танк. Ну и чё, он не проедет, что ли? Наверное, ему не проехать теперь. Ну-ка, давай-ка смотрим. Он поперек стоит, это хуйня. О, блядь, всё, пизда. Теперь дочищать будет. Ну ничего, сейчас уже практически все готово. Ну так, не сказать, что эта карта слишком сложная, ну так, средненькая. Повис на какой-то железяге, блядь.
Блять, отойди, отойди. Пока не понято. Не донято ни хера так. Слушай, откуда он бьет? Такс. У, блядь. Сука, там вот еще купольное ведь здание будет. Тут плохо, что КПшек-то больше нет. Вот в этот ебучий колодец скидывает нахуй. Ну как головой я упал нахуй. И на танке все больше не проехать. Да подлять, тут можно тоже подрывать придется. Сейчас надо пулемет еще снять. Сейчас посмотрим. Да блять, ты сука, вон там еще один. И в ебаный колодец скидывает постоянно. Зеленый колодец этот. Позеленел совсем от злобы. Этот колодец. И надо, блядь, эти пулеметы как-то снимать. Блядь, подожди, подожди. Так, вон тут пулемет. Так, ну с этим хорошо. Ну там типа цирка. Тоже такое уже проходил. Так. Ну нет, тут, наверное, больше ничего нет. Ну, тут в этих нишах стоят пулеметы. Все готово. Теперь надо здесь боеприпасы ликвидировать, которых немало. Все, танк взорвался. Какую-то железягу не мог раздавить. А еще один ящик-то уцелил. Ну давай идем. Так, давай подорвем последний там ящик. Ну это все, последний ящик. И в цирк проникаем, потом, ой, купольная уже
залу пойдем. Так, ну-ка давай. Последних тут зрителей. Так, все нормально. Так, со зрителями мы покончили. Ну там у них склад боеприпасов. Все готово. Ну и тут у них такая арена была. И они глядели непонятно на какие матчи. Да. Тут чисто стадион. Сразу это понятно. Так, тебе надо как-то внутрь войти. Там тоже на куполе могут стоять пулеметы. Надо быть аккуратным. Давай аккуратненько. Сука, не прогорит никогда. Ну все нормально. Вот я пока не вижу нифига. Или нет, там уже нифига. Есть. Так. Пока тут нифига не понять, но вот сюда я уже зашел. Или больше тут нет никого, или есть. Да, а наверное никого нет. А, все, тут все чисто. Чисто. Остается это подорвать ящики и все. 16 тут боеприпасов, так это много. Так, ну. Накидываем как можно больше зарядов. Все боеприпасы уничтожены, миссия сразу же завершена. Туннель 2, карта закончилась. Джон набирает 961 очко, 175 фрагов. Видишь, фрагов-то немного. Менее 2 рут.